такой вот дом теперь. Здесь когда-то был детский садик, лет 30 назад, сейчас здесь полиция. Поднимаемся по убогой лесенке. Ну вот так вот, в принципе, этот дом стоит, вроде не разваливается. Дворик здесь так слегка почистили. Вот у нас второй подъезд. Вот так вот. Лишнего уже ничего нет рядом с подъездом. АТС здесь уже больше нет. Вот туда по окнам смотрим вверх. Ну, в общем, как-то так люди здесь живут. Но машинки здесь, тем не менее, имеются у людей. Вот он, дворик. Без деревьев и с травкой. Больше здесь ничего нет.